8 сентября в нашем районе пройдут выборы депутатов городского и 14 сельских поселений, а также глав Кировского, Черноярковского и Прибрежного сельских поселений. С 28 августа начнут работать участковые избирательные комиссии. С 28 августа начнут работать все избирательные участки. Поэтому все избиратели, проживающие на территории своих поселений, могут прийти на избирательный участок и посмотреть, имеется ли он в списке, или какие-то изменения у него, может быть, внесены, может, фамилию заменил. Может, у нас были такие случаи, когда люди меняли имя, отчество меняли, приходили, вносили эти коррективы. Поэтому каждый может прийти и посмотреть, есть и какие у него, правильно данные записаны его или нет. Поэтому каждый избиратель может прийти, но только самостоятельно, при наличии паспорта гражданина Российской Федерации. Мы планируем работу участковых избирательных комиссий ежедневно, это в рабочие дни с 16 до 20 часов, и выходные дни с 9 до 13.